ближе к центру или на конце, на радиальной станции или кольце. Мы входим без эмоций на лице, в вагон, который полон весь. А в вагоне внутренний мир свой, светлые надежды и настрой. Ведь дисплеи яркой горят строкой, будущее уже здесь. И вот уже новейшие строят поезда, вагоны воедино соединены. Можно подключать в разъемы провода, и новые моторы не шумны. Но так только в рекламе, когда ж время придет, и будет все на деле, но так же, как и вы. Верю я, что скоро на новый перейдет уровень метро Москвы. И вроде между всеми уважение уступают старшему поколению. Но если забываешь вещи на сиденье, всем обычно все равно. И кто-то увлеченно в телефон глядит, кто сидит в наушниках, кто-то спит, а кто-то косо смотрит на твой внешний вид, ведь в окне почти всегда темно. И вот уже новейшие строят поезда, вагоны воедино соединены. Можно подключать в разъемы провода, и новые моторы не шумны. Но так только в рекламе, когда ж время придет, и будет все на деле, но так же, как и вы. Верю я, что скоро на новый перейдет уровень метро Москвы. А у эскалатора толпа людей, и хочется как можно поскорей пройти мимо этой суматохи всей и выход в город отыскать. Или на другую ветку перейти, и все повторяется, как ни крути. И строят каждый год новые пути, но вагоны не спешат менять. И вот уже новейшие строят поезда, вагоны воедино соединены. Можно подключать в разъемы провода, и новые моторы не шумны. Но так только в рекламе, когда ж время придет, и будет все на деле, но так же, как и вы. Верю я, что скоро на новый перейдет уровень метро Москвы. И вот уже новейшие строят поезда, вагоны воедино соединены. Можно подключать в разъемы провода, и новые моторы не шумны. Но так только в рекламе, когда ж время придет, и будет все на деле, но так же, как и вы. Верю я, что скоро на новый перейдет уровень метро Москвы.